Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Драконы Всадники Олуха. Так, получи бесплатный подарок. Забрать. Драконьи наездники получают бонусные еженедельные сундуки. Ага. Я не драконий наездник, поэтому никакого подарка мне не дадут. Так, 85 тысяч рыбы. Ух ты, новинка. Блин. Нет, спасибо. Хотелось бы, конечно, взять, ребят. Конечно, хотелось бы, но... Руны тоже мне жалко. Жалко рун, понимаешь? Так, давай посмотрим, что у нас тут. Сарделька что принесет? Яйцо. Это, если не ошибаюсь, на дымодышащего. По-моему, так. Барсик нам приносит 12 рун. Давай его в разведку отправим, пускай занимается разведкой у нас. Так, Кривоклык, найди мать. Чью-то, не знаю чью. Так, и Громгиля. Ну, конечно же. Конечно же, тусклый янтарь. Ну, что тут еще может быть? Да и он выпадет? Нет, не он. Оу. 9 рун. Шикарно. Опять же отправляю в приключение. Ну, вот так вот мы сделаем. Так, давай вперед. Лети. И с песней. Тебя, как всегда, запрягаем. Ну-ка, тут что? 150 тусклого янтаря. Тут зачастили, кстати, с этим янтарем они. Так, а нам придется отправить. Или, подожди, может быть нам... А мне все равно не хватит, да? На прокачку без зубика. 250 миллионов. Нет, ну я, в принципе, могу тут поднакопить чуть-чуть. Тогда хватит. Но, опять же... Сколько я его смогу прокачать? Уровень 2 максимум. Оно вообще того стоит? Вот и я не знаю, стоит ли оно того. Эх, рыба, древесина. Че там, Буйволорд... После 108-го кто-то написал уровни, да, там? У них супер-пупер все начинается. Мне когда-то такое же самое про болтуна говорили. Вот, качай болтуна, болтун будет топ. Не знаю, ребят, пока качаю, никакого топа не вижу. Но надеюсь на лучшее. Ну-ка. Ага. А по итогу? Что нам по итогу достанется? Загадочный пак, что-то серьезно? Ну, давай. Так, монеты Одина. Громель, громобой, барсик. Ну и чутка ресурсов. Ну, неужели? Прокачали, ребят, мы с вами склад. И у нас еще осталось железо немножко для прокачки. Да, для прокачки домиков. Продолжаем, ребят, качать. Вот это что ли? Подожди. Так, что-то я... А, ну да. О, 8 часов идет на прокачку у нас. Ну что ты, ну что ты, что ты тут высматриваешь, а? Ну все высматривает он. Все он тут высматривает. Иди, 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 тоже. Так, где там у нас? Давай, беги. Так, беззубик, я не знаю. Я, конечно, могу пойти на хитрость. Ну как, это не хитрость. Элементарно купить рыбу и просто прокачать. Ну ты же знаешь прекрасно, что рыбы нам дают по мизеру. Хотя раньше нам давали нормально. Ладно, давай я куплю. Где у нас там рыба? Вот она. Ну это что? Ну что это, ребята?
Ну это смех, просто смех. Блин, мне даже не хватило ему уровень поднять. 92-й, не, просто не хватило. 250 лямов еще нужно, ребят. Еще 250 лямов. Торчим, получается. Так, хорошо, давай тогда мы сделаем... нет, в приключения я не буду его отправлять. Так же, как и раньше. Отправляем его на поиски нужных нам материалов, а именно шлемы. Именно бесплатно, пока. Древоруб что-то мне тут загрустил. Сидит. 630. Ну, в принципе, хватает. Ой, ой-ой-ой-ой, не то, не то, не то. Лети. Блин, надо было, наверное, этого отправлять. А, этот за рыбу у нас. А рыба вообще под ноль? Рыбка-то у нас под ноль вообще была взята. Ну что, заберем. Ага, получаем еще награду. Получаем еще награду. И это пак, который содержит элитных. Шторморез, шипорез, пристеголов, шепот смерти, змеевик. Опять же барсик выпадает. Хм. Что-то у нас блестящий янтарь одна штука. Пока нам не хватает больше ни на что. И открываем пак. Паки, кстати, кончились у нас. Предлагаю прямо набить их. Через один день 27 минут. Подготовка. Размещение охотников. Что-то я не помню этого события. Но я думаю, что... На следующий день мы обязательно с тобой поиграем в это событие. Сейчас пойдем, наверное, получается, набивать паки. Сейчас только здесь заберу. А этот-то что у меня стоит? Сидит, точнее. Пригрелся опять там, а? Ты посмотри на него. Притулился. 3,7 миллиона в час добывает. Ну что, мелкотня? Пока я добрый, идите. Потренируйтесь маленечко. Что там покряхтывает, кряхтун. $51 миллион. Ну, так, пойдем вот этого отправим. Бронекрыло, пускай тренируется. Урчамень. Кривозуб. У меня же где-то... Вот. Ну, тут, к сожалению, надо расширять уже академку. Кто-то мне говорил, ледоцыпу качай, будет типа норм. Не знаю, ребят. Сомнительно, что будет норм. Ну что, я побежал, короче, тогда на схватке. Забьем себе паками. Сегодня никаких событий нету, да? Чисто арена будет. Опа-на. Кого я вижу? Какие люди и без охраны, а? Нет, с охраной вообще-то, ну это такая ватная охрана. Погнали. Раз, два, три. Втроем сейчас будут ходить. Фига, он один удар делает, ребята. Все, сразу две энергии. Тюх, улетело. Так, я смотрю, он хорошо устроился здесь, да? Ну что, он опять сейчас будет? Так, барсика на этот раз. А этот все на своем. Так, сюда. И кусаем. Две энергии, бамс, улетело. Он добьет. А ведь мог спокойно, причем.
Вы, наверное, сделают так. Здесь вот так. И кусаем. Блин, надо было слепоту. Тогда, если бы я слепоту сделал бы, мы бы не потеряли бы с собой вот этого дракона. А я что-то лопухнулся, ладно, бывает. Ну, вот такая вот команда. Кстати, даже очень неплохо, что два синих. Сейчас мы начнем их тут разбирать. Вот кревет бесявый. Тем более электрический. И я уже хотел сказать, и они сейчас не будут тратить энергию. Они будут ее тратить, но не так, как я хотел. Ауч, что за минимальный урон такой? Ну, потому что у нас пониженная атака. Вот и минимальный урон из-за этого получается. Сделаем так. Раз, два. Ну, давай. Я все равно от этого ничего не теряю. Сейчас будет, ну, конечно, массовый огнеплюй. Я-то там подумал, сейчас вжарит так вжарит, а это детский лепит. Ну, здесь, блин, они все, все опасные. Почему? Ну, потому что это бойцы невидимого фронта. Краснота. Вот поэтому, ребят. Вот поэтому. Красные, они сами по себе, как бы тебе сказать, не очень сильные. Ой, ну в плане не очень живучие, но очень сильные. Блин, ты посмотри, что творит, а. Полюбуйся, что вытворяет. От Барсика не отстанут уже. От Барсика они его сейчас запинают. Это вот за Барсика тебе, гаденыш. Ну. И добиваем. Давай так вот пожестче. Ну что, ребята, как вы видите, мы получили с вами один редкий пак и два обычных. Начинаем, как обычно, с редкого. И плюс пак вождя у нас. Шторморез, громобой, костолом, крылатый ужас, громль, водорез, прячь прихвостень, барс и вепрь. Все. Так, мы еще получим награду сейчас. А награда там у нас, по-моему, яйца, да? Тьфу, куда я залез-то? Вот, 250. Итого у нас 3000. 3125. Ну, я думаю, не дурно. Так, ну что, дорогие друзья. На сегодня я буду заканчивать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.